Регата «Семья президента за здоровый образ жизни» в этом году пройдет 6-8 июня на грибной базе в Тирасполе. Заявки принимает Госслужба спорта. Команды уже начали подготовку к старту. Например, сегодня МИД гонял по Днестру на драконе. Гонки на лодках-драконах в Приднестровье – это настоящая спортивная традиция Приднестровья. Эту традицию очень чтят и соблюдает команда Министерства иностранных дел. Сейчас проходит разминка, они готовятся выходить на воду, тренироваться, оседлать дракона. И до, и после тренировки такое легкое чувство эйфории, потому что, во-первых, это весна. Благоухает природа, совершенно другие ароматы, запахи. Осознание того, что у тебя работают все группы мышц, буквально все группы мышц, это очень хорошо и положительно. Какие эмоции перед тренировкой, расскажите? Самые положительные. Как вообще настраиваетесь с командой на тренировку? У нас всегда позитивный настрой, хорошее настроение. Шутим во время тренировки в перерывах между заплывами. Сейчас команда Министерства иностранных дел прошла примерно 300 метров. Всего в лодке сидят 11 человек, 10 гребцов и один рулевой. Все эти разминки и тренировки делаются не просто так. Через 2 месяца, именно на этом месте, начнется очередная традиционная регата гребли на драконах. В целом для нашей команды цель – это выйти хотя бы уже в полуфинал. Потому что в сентябре, когда у нас было для нас второе соревнование, мы вышли в 1/4 финала. То есть сейчас мы уже хотели бы выйти в полуфинал. То есть поднимаете планку свою? Да, да. Вы знаете, мы чувствуем в себе сил, мы чувствуем, что уже технически мы гораздо более продвинуты. Естественно, амбиции растут, и хочется уже выходить в победителем. Команда Министерства не единственный коллектив, который готовится к регате гонок на драконах. Как раз с ними занимается еще команда водоканала. Гонки на драконах – инициатива президента Вадима Красносельского. Самая ближайшая такая регата пройдет 6-8 июня. Yeah.